От акварели на бересте до украшений в стиле стимпанк. Только ручная работа. В Ульяновске начала работу выставка авторских изделий. Симбирская ассоциация рукоделия представила десяток творческих направлений. Задача простая – вовлечь в процесс создания рукотворных изделий как можно больше неравнодушных. Марина Чемедронова увлеклась войлоком 10 лет назад. Тогда еще работала системным администратором. С выходом на пенсию начала экспериментировать с краской и принтами. Теперь использует только экологические материалы. Используется листья, используются отвары коры, корней, натуральных растений и создается принт. Химические формулы знать, может быть, и не нужно, но знаний нужно очень много. Не все еще получается. Дело в том, что листья с одного и того же дерева могут дать разные отпечатки. Все зависит от того, на солнечной стороне или в полутени находился этот листик. Площадка только формируется, и мы планируем здесь обязательно мастер-классы, чтобы наши горожане и молодежь знали, куда можно прийти, чтобы научиться, потому что очень много желающих делать что-то своими руками. Будут мастер-классы проходить на гончарном круге. И мало того, у нас еще авторы одежды, детской, взрослой, мы планируем, так как площадка позволяет, мы планируем здесь проводить и показы одежды. Участником выставки может стать каждый, кто любит рукоделие. Ограничений в творчестве и возрасте нет. Подробности можно узнать по телефону организаторов выставки.